предлагаем для семейного просмотра музыкальную кинокомедию «Каникулы Петрова и Васечкина» о веселых приключениях двух друзей – Васи Петрова и Пети Васечкина. Неистощимые на выдумке ребята, ученики 4 класса повзрослели, но с ними каждый день опять что-нибудь доприключается, даже во время каникул. Приятного просмотра! Здрасте, мама. А какой он, Васечкин? Сердитый? Обыкновенный? Но любит, чтоб все было так, как он хочет. Вот бы игру придумать, чтоб на всю жизнь. Ага. Ох, Маша. Эх вы, горе-хулиганы. Ладно, ладно. Игра на всю жизнь. А я выдумал все, конечно. А я что, не думал, что я твоим родителям скажу, а Маша не уберет. Это что вы говорили? Прокопа, Инна Андреевна. И вот познакомились с такими отличными ребятами. Мы тоже очень рады. Да.